Вдвоє, вдень та вночі шукає нових героїв. Среди всіх присутствующих, хто є тут, хто є там, хто прийде ще, ну такого, як я, звичайно, ніколи не буде тут. Перше ми покажемо, як потрапити до серіаліті. Люди добрі. Голосуйте за мене. А потому що... Богом вас прошу. Я буду рвати всіх. Саме ви впливатимете на хід кастингу на рівні з нашими експертами. Максим Сосновський. Один із нових героїв п'ятого сезону. Олексій Бардишев. Керівник діджитал-платформи. Та Сергій Мельник. Креативний продюсер проєкту. Експерти та глядачі обиратимуть 20 кращих претендентів. Самовпевнені. Я лейтенант поліції. Я прийшла сюди за славою. Я молодий, амбіційний, красивий парень. Має з'явитися король інтриг. І чому б не я? Запальні. Чи убрав руки, я сказав. Не кадри його. Привіт, я бачила тебе по телевізору, везде бачила. Я хочу у тебе дітей. Ти ненормальна чи що? Щирі. Приходится просто скрываться от определенного человека. Преследователь какой-то? Педофил. Мама ушла тогда к другому мужчине. Папа ее любил. Ну, он сейчас ее любит. Меня изнасиловали. Часто плачешь? Как-то так стараюсь не думать об этом. Кожен из них может стать частиною дружной семьи «Київ в день та вночі». Загадайся! А что вы все такие напряженные? Страшно. Чего? Волнительно. По минуте о себе. Меня зовут Ганага Кирилл Игоревич, мне 19 лет. Всегда тянуло к актерскому мастерству, всегда перед зеркалом или сам выдумывал монологи. Хорошо, спасибо, давай дальше. Здравствуйте, меня зовут Алена, я из города Харькова, мне 23 года. И на данный момент я работаю поваром, но в этом же заведении я веду Инстаграм, типа пиар-менеджер. Коллега. Чего я сюда пришла? Бабушка говорит, что не буду я работать в офисе, мне место где-нибудь с такими людьми, как я, сумасшедшими, креативными. Что ты можешь дать в сериалите нового, чего не было у нас? Больше эмоций. Куда уже больше? Дрянь. Вы все знаете, она только моя. Смотри. Я считаю, что у некоторых людей недостаточно эмоций. Я не согласна с тем, что не эмоциональный сериал, очень эмоциональный. Ой, хорошо, давайте. Я люблю споры, женские драки. Но все равно, что ты дашь сериалити? Я могу дать сериалити больше сумасшествия, каких-то интересных моментов. Задание 30 секунд сумасшествия. Мама, давай, ведервейс. Давайте, помогайте конкурентке, что вы так не приели. Хорошо, давайте стопнемся. Это сумасшествие, так на троечку сумасшествие. На троечку? Это я утром просыпаюсь и разминаюсь. Друзья, вы тоже наши эксперты сегодня. Как вы думаете, за этим сумасшествием смотреть 72 серии? У нас в этом сезоне 72 серии, интересно будет? Нет, ну 72 серии, конечно, нет, потому что еще придумаем. Давай еще сумасшествие. Но спонтанность. Я могу принимать участие не одна, правильно? В своем сумасшествии. Да, но если их сумасшествие будет лучше, мы выберем этого. А я могу выбрать вас? Я иду, да. Что мы будем делать? Какое сумасшествие? Сейчас что-то придумаем, я думаю. Давай. Ага. Ну, это на грани сумасшествия. Мне уже начали... Ну, ладно. Я даже... Я бы, конечно, поцеловала. А я могу сказать да или нет? Нет, ты не можешь сказать да. Угу.
Сережа, ми так не договарю. Давай, мала, не беріло. Мене звати Іванка, мені 18 років. Я з села Мужелів на Тернопільщині. Я їздила на роботу в Польщу. На малину збирати чи? Так, ти гадав. Оля Хайму теж їздила на малину колись, да? Тепер, да, я дивився. І ще я раком стояла на полуниці. Що тебе тримає в твоєму селі? Мене нічого не тримає. Я не маю хлопця. Я... А чому я не маю хлопця? Да. Я зустрічалась, мала довгі стосунки, майже 2 роки. І я розсталась. Ну, у мене просто було, що хлопця забирали, дівчата. Я з ними... Ну, тяжко було. Ну, і справді я билася з дівчатами. Так? Да? Так. Я би ніколи в житті не повірив, що ти така. Я билась? Да. А я тобі. Да? Ну, як билась? Тримала за волосся і копала. Клас. Копала. Хорошо, дякую. Я Марта, мені 21, приїхала зі Львова. Працюю мерчендайзером. Що в тебе є такого, що нема в інших ребятах? Для мене особисто, ну він трошки такий скучнуватий. Якби там ну, не є, було, ну, є ну, малюх. На екрані він би не виглядав так, знаєте, ефектно. Я нічого не хочу тебе бити, вибач. Ну, я думала, що, ну, типа, в тебе якась там епілепсія почалась, чи що там, ну, типа, не знаю. Ну, типа, я не знаю. Я сумасшествия в тому, якому не побачила, мені щось. Легкий припадок. Легкий такий припадок, так. Я думаю, що я харизматична. Я так надіюся. З особистим життям, що ти? З особистим життям все плохо. В мене нема хлопця вже, певно, 2 роки. Не складається, хлоп. Ну, якийсь я йду, то якесь одне таке собі, то щось не дуже. І, ну, був хлопець, але це була така трагедія на все життя. Я запам'ятаю, мої батьки запам'ятають, вся родина запам'ятає, бо всі були в тому задіяні, щоб його десь поскорше сплавити. А в кінцевому результаті його забрали в психушку. В смислі? Отвічаю. Отвічаю. Він почав мене переслідувати, прийшов до мене до під'їзду, поставив 2 квітки, як на похорон. От, а потім почали переслідування до моєї мами. Ми пішли в міліцію, то все, ну, типу, це вже не були жарти. Потім він десь пропав. Моя мама подружка дзвонить, каже, ну, хочеш прикол? Його забрали в психлікарню. А його мама мене обвинувачила, сказала, яка я кончена, що я його, що її сина, не знаю, гіпнозом до себе. Я кажу, ну, ви нормальні чи ні? Ну, ти така гіпнотична трохи. Дуже гімнотично. Спасибо. Спасибо. Все, до свидания. Вы прекрасны. Спасибо. Спиру нет. Но пока не этот, не было оргазма, да? Как настроенница? Отлично. Отлично. Позитивное. А ты что такой хмурый? Да не, прохладно немного. Да? Хорошо, мы его будем называть профессор Снейп. По минуте о себе. Ну, всем привет, меня зовут Даша, мне 22, я сама из Винницы, но проживаю сейчас в Киеве, да. Вот, люблю погулять. Что еще? А, заканчиваю квартире ремонт, и это моя мечта, закончить уже наконец-то. Квартира своя? Да, вместе с сестрой купили. И, ну, я хотела всегда вообще быть актрисой, играть где-то. Я в школах вечно, в спектаклях вечно участвовала каких-то. И вот я бы хотела себя попробовать. Ну, давай попробуем. Хочешь попробовать? Будем пробовать. Сейчас давайте. С профессором Снейпом. Встретила парня на улице. Понравился вообще. Не миллионер, но влюбилась прям с первого взгляда. Да ты что, да? Прям? Да. Как тебя зовут? Меня Артем. Свободный, незанятый. Несмотря в каком плане. Пообщаться не против? С такой красивой девушкой, как ты? Боже, спасибо. Не знаю, ты тоже ничего. Прям прекрасный парень. Еще ничего, можно да. Идти. Ну, да, сначала можно пообщаться. А что происходит? Знакомлюсь с ним. А вам самим нравится, что вы сейчас делаете? Ну, такое. Такое? Так, может, давайте сделаем что-то, чтобы понравилось? Девушка, это не у вас упало? Боже, что упало? Настроение ваше.
нет, но вы мне его подняли. Немножко. А не хотите встретиться немножко попозже? Я просто тоже спешу. Ну, пока мест нет, но когда я прилечу, тогда да. Не давайте плачу. Я вам тут номерок запишу. Окей. Чем, бритвой ты там пишешь? Ну, если бы ручка была, записал бы. Ладно, давайте пока отдохните, что-то вы... А мы пугаем так или что просто? Нет, просто холодно немного. Да у меня самого соски уже выпирают. Давайте становитесь на место. Окей. Ну, давай. Стишок бахнет? Бахнет. Стишок. Блин. Пожалуй, ненавижу. А нет, и вправду обезумел. Я ничего, я никого уже не слышу. Я правда зол. Не знаю сам на что. Я был тебе никем. Да счастье тоже. Никто. Как-то так. Хорошо, кому это посвящалось? Девушке бывшей. Давай, Игоречек, поэт-то наш. Вот это твоя бывшая, а это твой бывший. Угу. Расставание. Юль. Я хочу тебе кое-что сказать. Ты знаешь, что я хочу тебе кое-что сказать? И давай сначала я скажу, наверное. Я все-таки хочу, что все-таки... Нет, давай я скажу, потому что это очень важно сейчас. Ты думаешь, что важно из-за того, что я хочу тебе? Хватит этих слов, пожалуйста. Серьезно, ты можешь хватит, хотя бы помолчать, да? И я скажу то, что я хочу сказать? Ну говори. Можно я скажу? Говори, же, пожалуйста. И не ори на меня, что ты орешь? Голос говори, не повышай. Все. Я бросаю тебя, мы расстаемся, а что ты не ценишь меня? Я приезжал к тебе ночами. И ты говоришь, что я тебя не ценил? Толкай стих прям. What the? Давай, толкай стих, давай, давай, в лицо мне стих свой, я ненавижу, давай, толкай. Ну давай стих. Я ненавижу все твое, что связано с тобой, ты это понимаешь? Теперь. А то, что связано со мной, это не я, да? То есть ты даже не можешь по-мужски стих мне сказать, да? Вот мы с тобой встречались. Да. А это вот, да? Толку нет тебе от моих слез. Прощай. Молодцы. Дала легче. Я Соловія, 23, решту ви прочитаєте в анкеті. У тебе хороший почерк, що ми прочитали? А у мене просто шикарний. Всі казали вчителі, боже, то Соломії почерк, я не буду читати то контрольно. Мене навіть запалили, я в школі підробила записку. Цьому однокласнику, і я ж думала, що він так покаже вчителю, і забере її. На виключення. Просто от, розумієш, закінчила школу і зразу в Київ. Там просто 2012-й, було Євро-2012 і вступну кампанію перенесли. Печка дівчинка, приходить моя сусідка, я живу в Верховній і каже, я буду знімати тебе, який день нічий на красних відео. Я така, клас, зніми мене, добре, я тебе зніму. Тут, 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 виходимо по Києву, я знаю його весь майже на пам'ять, тому що я тільки 6 років тут проживаю. Смотри, я понял, що ти трендечиха-шита. Зачем тебе? Я честно уже устал. Я потерял нить этого разговора. География хорошо. Знаешь, где людные места вообще the best. Что еще есть в тебе такое? Зачем интересно наблюдать? Ну, кажуть, я деколи может быть трохи стервозною. Ой, женщина, ну что ты делаешь, а? Я же чувствую, что ты блефуешь. Хорошо, ну давай по отношению к ребятам. Не, ну ти нормальний? Ти часа прийшов? Хм? Ти бачиш мій рост, ти бачиш себе. Та, я бачу. Я класна, а ти ні. Ні-ні-ні, алло-алло, чого ти на мого парня взагалі наїжджаєш? На твого хлопця? Я довго хлопця? З ним познайомилася. Береш свого хлопця? Куди, куди? Які проблеми? Так, у мене, будь ласка, подальше, раз. Ні, давай сюди, вийдете з мене. Яка я причина? Ти мені наїхати? Да, я хочу мені наїхати. Хорошо, спасибо. Большой город, в котором с тобой вдвоем. И что кажет твой внутренний экстрасенс? Та дебка, волосся не дебки. Да? Винница не зашла. Свободный, не занятый. Несмотря в каком плане. В неї якийсь такий бздик є, типу, от вона могла би щось таке мінятися. Да. От це, коли вона знайшла знайоме, це було дуже зражаче. Може, ми щось не так, я не знаю, їм даємо. Або камер може бояться. В общем, зараз я нахожусь в підвалі нового каналу, і прямо зараз оператор, помимо камери, держить винтовку. І если я не попаду в это шоу, понимаете, меня расстреляют, меня убьют прямо сейчас. Это так, він такий якийсь. Поэта треба раскручивать. Да, він дуже, він такий прям цнотлива квітка, да. Така. А та, которая тебе целовала?
Угу. О, ні, вона не це жорстко. Ну, ця подруга, що з театрального, з дітей, вона прохала, вона дуже розумна. От мені це видно. Я не знаю, скільки це треба вам. Хватит, пожалуйста, важнее, не важнее. Хочу тебе сказать, и все ж. Чому это сейчас? Ну, мне она понравилась. Вона, да, вона крута, но вона, мне кажется, просто, це як математика. Вона, ну, знає, ну, хороша, да. Но у нее есть уже штампы, не штампы, она знает, что мы хотим. Ну да, я да? И ця львовська девка Марта. Марка. Був хлопець, но це була така трагедія. Забрали в психушку. Марта, ну, така баба, така трешер. Друзья, вот и мы сделали свой выбор. Но вы можете дать шанс еще одному человеку. Заходите на новый канал или в наши соцстраницы, голосуйте. Ставьте комментарии, лайки, палец вверх, вот, и все будет всем счастья. Увидимся на следующей неделе. Ой, классно, да? Супер.